работа на земле тяжелая, и без государственной помощи аграриям приходится нелегко. Руководители страны это понимают. У нас действует ряд программ поддержки тружеников полей. 2 миллиона рублей на развитие семейной фермы. Аграриям Курской области предлагают гранты. Помощью государства воспользовался и Иван Ильин, фермер из Горшечинского района. Сельскому труду Иван Филиппович посвятил всю жизнь. Собственное дело открыл 5 лет назад. Сначала выращивал зерновые, потом купил 45 голов крупнорогатого скота. Сейчас коров и бычков уже более 120, в стадии и 300 овец. Сын со мной работает, невестка, внучка. Занимаемся семьей. Решили создать мясное производство. Закупаем сейчас молодничок. Самый лучший способ — это тогда, когда работаешь с семьей. Знаешь, что люди свои, они не бросят просто так ни помещений, ни животных. С помощью субсидий фермер планирует реконструировать коровник и увеличить поголовье. А со временем и организовать собственную переработку. О господдержке тружеников полей подробнее смотрите в передаче «Агропремьера» в четверг в 19:35 на телеканале 7.